уважаемые дамы и господа! Мы рады приветствовать вас на торжественном закрытии 5-го всероссийского конкурса юных исполнителей на народных инструментах «Русская палитра». На сцене московский ансамбль дамбристов, руководитель Кислухина Татьяна Владимировна, концертмейстер Андрей Очагов. Вы услышали военный марш ре-мажор Франца Шуберта. А сейчас ансамбль исполнит Александр Цыганков, вальс и сюиты «Старогородские мотивы». Thank you.
На сцену приглашается исполнительный директор конкурса «Русская палитра», заслуженный работник культуры Российской Федерации Бахарева Ирина Вячеславовна. Добрый вечер, дорогие друзья! 5-й всероссийский конкурс «Русская палитра» состоялся. Очень здорово, в котором приняли участие 1200 ребят из разных городов нашей страны. Волгоград, Тольятти, Казань, Петрозаводск, Санкт-Петербург, Владивосток, Уфа, Ахтубинск, Республика Карелия, Республика Адыгея, Республика Крым, Республика Калмыкия, очень много городов Московской области, Москва. Наша география расширяется. Мы хотим поблагодарить всех участников, всех победителей нашего конкурса, родителей, преподавателей, концертмейстеров, наше жюри, которым пришлось работать не в простых условиях и слушать в двух форматах, и очно, и дистанционно. Вы знаете, мы делаем великое дело, обучая детей исполнительству на народных инструментах. Тем самым мы помогаем нашим детям понять истоки, традиции и культуру своего народа. Я желаю процветания конкурсу «Русская палитра». Многое лето! Для награждения я приглашаю на сцену члена жюри номинации «Баян» Румянцева Александра Анатольевича, руководителя Центра профессионального мастерства по направлению «Баян и аккордеон» город Москва. Добрый вечер, уважаемые участники, уважаемые преподаватели, уважаемые родители. Я тоже от лица всех членов жюри хочу поблагодарить в первую очередь организационный комитет конкурса, потому что, как Ирина Вячеславовна сказала, работали в нелегких условиях не только мы, члены жюри, не только вы, уважаемые участники, но оргкомитет в довольно непростое время, как сейчас уже принято говорить, подготовить конкурс, конкурсные прослушивания в двух форматах. Это все-таки двойная работа. Как бы не просто было подготовить конкурс очный, но накладываются еще различные обстоятельства, свидетелями которых мы сегодня и стали. Конкурс действительно состоялся. Состоялся он на очень высоком уровне. И сейчас, я думаю, мы все убедимся, концертные номера будут, я думаю, лучшими за сегодняшний день, во всяком случае, вот в номинации «Баян и аккордеон», в которой я сегодня присутствовал. Награждается дипломант 3-й степени номинации «Баян» младшая группа Шамов Захар, город Москва. Награждается дипломант 3-й степени номинации «Баян» старшая группа Кураев Матвей, город Раменское. Награждается лауреат 3-й степени, номинация ансамбль «Гармония», город Реутов. Награждается лауреат 2-й степени, номинация ансамбль «Дуэт баянистов»,
Галеев Даниэль, Галеев Эмиль. Также награждается лауреат второй степени в номинации «Ансамбль семейный» ансамбль Балуева, город Москва. Награждается лауреат первой степени Масиенко Никита. Номинация «Гитара». Награждается штукатурова Лидия, гран-при конкурса, город Москва. Всем успехов и крепкого здоровья. Берегите себя. Наш концерт продолжается. На сцену я приглашаю лауреата первой степени Апалькина Максима, гармонь «Хромка», детская музыкальная школа номер 1 имени Льва Толстого, города Щекино Тульской области, преподаватель Моисеева Татьяна Евгеньевна. Максим исполнит для нас орловскую драматургу Калмыкова. На сцену приглашается обладатель гран-при в номинации «Балалайка» Шейхутдинов Артем,
детская музыкальная школа имени Адоевского, город Москва, преподаватель почетной работы культуры города Москвы Стрежелинский Юрий Юрьевич. Юрий Шишаков, «Я на камушке сижу». На сцену приглашается обладатель гран-при номинации «Добра» Ракушина Елизавета, детская школа искусств имени Рихтера, город Москва, преподаватель Бертникова Марина Игоревна. Николай Будашкин, концерт для «Добра» с оркестром, первая часть.
Леонидовича. Наш концерт продолжает обладатель гран-при конкурса в номинации «Баян», штукатурова Лидия, детская музыкальная школа имени Мусоргского, город Москва, преподаватель Маркова Елена Ивановна, Джукич Балканика.
На сцену приглашается обладатель гран-при в номинации «Аккордеон» Керимов Эмиль, Феодосийская детская музыкальная школа номер 1, город Феодосия, Республика Крым, преподаватель ПЦОХа Олег Вадимович. Эмиль исполнит для нас «Мудикини до упора». На сцене оркестр национальных инструментов «Русские звоны» детской школы искусств имени Балакирева. Художественный руководитель Мария Волкодав. Дирижер Уин Максим Александрович. Георгий Свиридов. «О, Родина, счастливый и неисходный час». Финал из вокальной поэмы на стихи Сергея Есенина «Отчалившая Русь». Транскрипция для оркестра Льва Лаврова.
Музыка Щекалева, слова Дармастука, колокола. Солистка Ева Волкова. Старше, чтобы верили, что только добро
Лавров, Джигидовка, на тему гармошечных наигрышей Северной Осетии. Thank you.
На этом наш концерт еще не заканчивается. Следующее произведение, которое вы услышите в исполнении оркестра, Лев Лавров, пьеса для большой балалайки. Солист Дмитрий Кравчук. Балалайка, контрабас. Встречайте! Thank you.
исполнителей на народных инструментах «Русская палитра». Желаем вам всем здоровья, педагогам мудрости и терпения, а нашим ребятам новых творческих успехов. Ждем вас на следующем конкурсе через год. До встречи!